огромным удовольствием от имени губернатора области, правительства Вологодской области, я поздравляю всех присутствующих с этим замечательным праздником, Днем Учителя. Сегодня в этом зале присутствуют лучшие из лучших большой армии педагогов, наставников Вологодской области, которая превышает 20 тысяч человек. Это действительно огромная сила, которая сегодня призвана решать очень важные и очень ответственные задачи, готовить будущее нашей страны. И правительство Вологодской области, лично губернатор области Олег Александрович Кувшинников стараются сделать как можно больше для того, чтобы вам комфортно работалось, а вашим воспитанникам училось в комфортных условиях, соответствующих современным требованиям. За этот год мы отремонтировали более 100 образовательных учреждений. За последние 10 лет построено 38 детских садов, 8 школ. В планах построить еще 4 школы и несколько детских садов в самое ближайшее время. В этом году, 1 сентября, школа на Возрождение уже распахнула свои двери для педагогов и для учеников. Сегодня в наших школах полностью отражаются все самые последние требования времени. 43 точки роста открылись в самых, что ни на есть, провинциальных сельских школах. Создали такую материальную базу для обучения, которая сегодня соответствует самым лучшим городским образовательным центрам. Мне вручили благодарственное письмо за добросовестный вклад в воспитание подрастающего поколения. Я не ожидала, я вообще шокирована. Вначале даже не понимала, за что мне такое. Такая честь приехать сюда, и не знала, что это, оказывается, так глобально и масштабно здесь будет такое поздравление. Вот. Но я очень тронута, мне очень приятно, большое количество эмоций, и будем работать дальше и стремиться к новым достижениям и высотам. Я работаю учителем математики, стаж у меня очень большой, 43 года. Закончила Вологодский пединститут в 1979 году. Пришла в школу номер 2, и все получается, что я работаю на одном месте. Школу не меняла, не изменяю в школе. За время работы в школе я выпустила 7 выпусков моих, уже получается. И в каждом выпуске у меня были золотые или серебряные медалисты. Чем нравится работа? Ну, все с молодым, мне кажется, сам молодой. И в душе молодой, и вроде внешне еще не совсем старый. Я работаю учителем технологий 26 лет в Кичминской городецкой средней школе. Этот предмет мне очень нравится. Мне очень нравится учить девочек вязать, шить, готовить. Своим коллегам мне хочется пожелать творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, то есть дальнейших побед, участия в конкурсах и удачи.